Вітаю, друзі. Ви на фабриці новин. Мене звати Євгенія Кутнова. Це щоденний аналіз подій з полковником Збройних сил України Романом Світаном. Романе Григоровичу, я рада вітати вас у нашому ефірі. Приветствую, желаю здоров'я. На календарі у нас 4 жовтня, це для наших глядачів, які дивляться наш стрім. Романе Григоровичу, давайте розпочнемо розмову із новини про те, що НАТО має план на випадок війни із Росією. У альянсі збільшили чисельність сил швидкого реагування до 300 тисяч військовослужбовців, здатних до розгортання протягом першого місяця. Про це розповів голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер на Варшавському безпековому форумі. За його словами, раніше було вирішено збільшити бойові групи на східному фланзі до 8, 4 з них посилили до бригадного рівня. От ви раніше говорили про те, що нам для перемоги потрібно 300 тисяч, називали цифру мотивованих бійців. І цього достатньо для перемоги. И дивиться, 300 тысяч говорит НАТО. Дело в том, что Бауэр, он как раз и занимается этим планированием, и после того, как они свели все возможности россиян и свои в том числе, они вывели определенную цифру, которая действительно достаточна для того, чтобы это не то, что там на театре военных действий европейском, полностью уничтожить российскую армию. Так вот, достаточно 300 тысяч профессиональных военных, это по стандартам НАТО, для выполнения этой задачи, естественно, укомплектованных натовским вооружением, современным натовским вооружением. 300 тысяч. Об этой же цифре я постоянно говорю, только она у нас выводится, исходя из профпригодности нашего населения для выполнения боевых действий. Около 30 миллионов человек. Украинцев 1% – это 300 тысяч человек. То есть нам достаточно только подготовить, собрать и подготовить этих 1% от общего населения Украины, эти 300 тысяч человек, и большего нам точно не надо. Эти все расчеты, они есть, вот они просто коррелируются сейчас с нашим положением. И только это люди должны быть профмотивированные, профпригодные. Нужна мотивация сейчас только финансовая. А дальше профпригодность, подготовка для выполнения боевой задачи лучше сразу на натовском вооружении. То есть то, что мы сейчас имеем. Потому есть механизм, как к этой цифре прийти, перейти и выполнить эту задачу. 300 тысяч. Сейчас можно вообще выключать механизм мобилизации как таковой, оставив под мобилизацию только уже мотивированных и профпригодных. Это Министерство внутренних дел. Где-то по 50 тысяч человек из общего количества МВД. Это меньше трети. Военкомы могут, если снять с МВД сейчас спецучет, военкомы могут призывать и дальше весь состав МВД провести ротационно через подготовку и дальнейшее использование на линии фронта. По 50 тысяч человек в три захода, то есть ротация, у нас тогда весь состав, в основном весь состав Министерства внутренних дел получит участника боевых действий, то есть станет участниками боевых действий. Они профпригодны, точно знают, 10 лет назад основными бойцами в наших партизанских как раз в подразделениях в Донецке были представители МВД, то есть это были милиционеры, которые не сдали Украину, а стали защищать ее, в том числе и внутри. Они сейчас уже и капитаны, и майоры, то есть прошли уже и военный путь с военного звания сержант. То есть вот за эти 10 лет уже выросли до выполнения боевых задач. Они очень хорошо себя показывают. Причем и в штурмовых подразделениях, и в тыловых, даже тех же, вот очень, вот у меня несколько есть друзей до сих пор, выполняют боевые задачи, летают в смысле, управляют FPV-дронами, то есть очень хорошо себя показывают. Вот этот механизм запустить сейчас параллельно с основным призывом, основной призыв перевести на, не призыв, а привлечение военнослужащих, перевести на рекрутинговые центры в бригады. Им отдать этот механизм. Они должны привлекать мотивированных и профпригодных уже к себе, причем открыть механизм, открыть шлюзы, разрешить на контракты, разрешить призываться молодежи с 21 года. Меньше не нужно. Меньше это еще дети. Вот с 21 года можно разрешить не призывать, то есть не мобилизировать насильно,
а разрешить этот механизм для того, чтобы можно было с 21 года выполнять боевые задачи и готовить себя к защите Родины, выбрать профессию военного, профессию, потому что как раз этот вот уровень 21 год человек выбирает себе профессию военного на всю оставшуюся жизнь, это будут те профессионалы, те 300 тысяч человек, которые в конце концов нам нужны, и для того, чтобы уничтожить россиян сейчас на территории Украины с оружием, и для того, чтобы удерживать потом нашу восточную границу. И плюс после вступления в НАТО, это будет та 300-тысячная армия, которая натовцам-то и нужна. Ну, то есть мы ее уже создадим, и наши военнослужащие будут выполнять задачи защиты восточной границы НАТО как раз вот в этом общем, в общем альянсе, то есть в этом военно-политическом блоке. То есть вот такой ход правильно, грамотно сейчас. И это можно, я думаю, нужно это делать вот по таким механизмам. Ну а цифра в 300 тысяч, ну вот она коррелируется, в том числе подтверждается и натовскими выкладками. Скажіть, будь ласка, але якщо у НАТО є, у Альянсу є такий план, тобто вони не виключають можливий такий сценарій війни з Росією? Ну, они его разрабатывают. Дело в том, что Россия признана военным альянсом НАТО основным противником, и потому они ее конкретно видят как врага, и все действия НАТО сейчас как раз направлены на то, чтобы ее нивелировать как врага, то есть ее с ней провести определенные, или, по крайней мере, готовиться к боевым действиям с российской армией. Вот на данном этапе для этого надо около 300 тысяч профессиональных военнослужащих. Но это учитывая то, что они будут пользоваться натовским оружием. Это авиация, это дальние средства поражения, это корабли, то есть это военно-морской флот, то есть это целый весь комплекс мероприятий, включая и космическую разведку. Добре, Роман Григорович, давайте перейдемо до аналізу наступних новин. Є новина від наших спецпризначенців від ГУРУ про те, що вони десантувалися на територію Кримського півострова та нанесли вогневе ураження московським окупантам. Більше подивитися поки що немає, але Міністерство оборони Російської Федерації повідомляло, що про спробу висадки десанту, які слідували до мису Тарханкут. Скажіть, будь ласка, чи можна говорити, що це продовження операції 24 серпня? Ну, это рейдовые атаки наших разведчиков. Главное управление разведки работает по левому берегу Днепра и уже давно работает по западному побережью Крыма. Причем как раз мыс Тарханкут – это общее направление для создания некоторых плацдармов уже за укрепрайоном, за Армянском, за Перекопом на территории Северного Крыма, северо-западного Крыма. Потому это, как сказать, будни разведки, заходить, высаживаться, высаживать группы, если это, допустим, не рейдовая атака. Заходят катера, высаживают группы выполняют задачу, они же могут, это же разведка, они могут в удаленном доступе выполнять задачи довольно-таки долго, то есть и дальше уходят, а в рейдовом режиме заходят, отрабатывают военную задачу и уходят, возвращаются обратно. Россияне за ними, конечно, пытаются их поймать или как-то пресечь такого рода деятельность. Но у нас же разведчики, их не видно. Они из четвертого измерения появляются. Буданов обещал попить кофе в Ялте. Ну а кто сказал, что он его в Ялте не пил, в конце концов? То есть, по большому счету, он мог туда в рейдовом режиме зайти, попить кофе и выйти. Мужик сказал, мужик сделал. Поэтому, я думаю, и так это происходит, в том числе и по мису Тарханкут. Дрони СБУ уразили комплекс російської ППО у Білгородській області. Його ціна понад 1 мільярд доларів США. І це вже другий комплекс «Тріумф», який СБУ забавовнила за останній місяць. Перше, пам'ятаємо, було у Євпаторії 14 вересня. Скажіть, будь ласка, от, можливо, треба подумати їм над новою назвою цього комплексу в СБУ «Радять». Ну, здесь я чуть другое увидел. Вот как СБУ начинает подавать информацию, вот смотрите, разница между подачей информации ГУРом и СБУ. ГУР докладывает об уничтожении там одного комплекса, двух или трех и т.д. и т.п. А СБУ сразу подает, комплекс стоил 1,2 млрд, ну и т.д. и т.п. Каждый считает по-разному. СБУ это все переводит сразу в финансовую плоскость, а Главное управление разведки в количественную, хотя
и то две спецслужбы очень хорошо работают в последнее время. Они радуют сейчас и контрразведка, контрики СБУшные, и Главное управление разведки. Они радуют украинцев в этом смысле, то есть выполняют в достаточном объеме задачу. А вот по СБУ молодцы, они сработали, это уже второй раз ударили по С-400, они его отминусовали. Первый это был в Крыму, это у них сейчас второй. Вот они, где-то у них, скорее всего, там у Малюка должна быть сейчас такая доска, на которой он зарубки ставит. Знаете, вот как снайпера в свое время отминусовывали, летчики рисовали у себя звездочки на самолетах, ровно столько, сколько было уничтожено в противника. То есть здесь то же самое, Малюк где-то себе. Вот вторую зарубку он уже себе поставил, это однозначно, хотя первая, скорее всего, и вторая, это, наверное, третья, четвертая уже. Первая, вторая – это Крымский мост и большой десантный корабль. То есть тоже же беспилотники. У Буданова есть своя такая доска, скорее всего, с зарубками. Там, наверное, уже вторую доску ставят для того, чтобы эти зарубки делать дальше. То есть вот СБУ ударило по С-400 в районе этого востока нашей страны. Для чего? Скорее всего, стоит задача завоевания превосходства в воздухе не только в Крыму, а в том числе и на востоке нашей страны. Скорее всего, может быть операция по уничтожению тех пусковых установок. Я так думаю, для чего сейчас СБУ обратила внимание как раз на это направление. Нужно уничтожить пусковые установки С-300, которыми россияне в последнее время закошмарили Харьков. Чуть ли не каждый божий день россияне бьют по Харькову С-300, наносят серьезный вред и инфраструктуре, и гражданам Украины, которые проживают в Харькове, Харьковской области. Потому вот эта операция, особенно по Белгородской области, она однозначно важна, нужна, и начало ее может быть как раз завоевание господства в воздухе, вот отминусование вот таких триумфов, как все говорят, что не соответствует название, конечно, однозначно. Им надо его точно менять, слишком эпическое. А вот действия по зачистке части Белгородской области от российских комплексов, его надо проводить, его недостаточно проводить только с воздуха, надо проводить наземные операции. Причем, если Украина как государство пока еще не готова, допустим, заходить на территорию сопредельного государства, то группы, которые могут объявить себя, допустим, как каким-нибудь корпусом освобождения Белгородской области, они же могут эти задачи решать. Найти каких-нибудь трех Микола Панасов в Белгородской области, белгородчан, пусть соберутся втроем, создадут манифест о создании Белгородской народной республики и освобождать Белгород белгородчанами, вот, отделиться от Российской империи и дальше в слепок сделать то же самое, что они делали в свое время по Донецкой народной республике, как они ее обозвали. То есть та же самая картина. Нарисовали манифест на колени Бородай со своим бритым каким-нибудь соподельником и создали Донецкую народную республику. Вот в таком режиме создать Белгородскую народную республику и отодвинуть линию фронта до Белгорода, может быть, за Белгород. Я думаю, этих трех белгородских апанасов с Миколами поддержат харьковчане для того, чтобы выполнить такую задачу и обезопасить Харьков от ударов российских средств поражения. Роман Григорович, дякую за інформацію щодо Харкова, тому що це моє рідне місто, у мене там багато друзів і рідних, тому переживаємо, звісно, за всіх харків'ян і сподіваємося, що там стане спокійніше. Давайте далі перейдемо до аналізу. Є інформація від Американського інституту вивчення війни про те, що бойові можливості росіян на Оріхівському напрямку значно погіршилися. Скажіть, будь ласка, через це, через що саме? Через те, що ми там створили такі умови, що вони не можуть проводити контратаки? Ні, просто вибрали, от зараз видно із общої длини фронту, 1200 километров, мы как-то с вами говорили об этом, то есть начало наступательных действий проводится по двум, по трем направлениям, потом выбирается одно основное, а остальные сворачиваются и переводятся в спящий режим.
Вот это уже видно, то есть те три направления, которые были изначально выбраны, Ореховское направление, Времевское направление, Бахмутское направление, они уже понятны, основное направление это Ореховское. Остается Бахмутское, вернее, Времевское направление, оно свернуто, мы сейчас выровняли там линию фронта, срезали Времевский, это в российское вклинение в нашу оборону, выровняли фронт, и дальше там переведутся, скорее всего, действия уже в позиционные бои, не более того. Бахмутское направление тоже уже понятно, то есть будем уничтожать россиян в Бахмуте, пока не будут, ровно сколько их будет заходить в Бахмут, они столько там будут уничтожаться, как плацдарм будет там работать. Но это не стратегическое направление, оно уже отброшено как стратегическое. Основное остается Ореховское направление. Оно выгодно для нас тем, что для нас это короткий путь, самый короткий путь поставки военной продукции именно туда, то есть боеприпасов, а у россиян это самое длинное плечо. Для них очень невыгодно, то, не то что невыгодно, неудобно поставлять, а тем более в узкой полосе фронта, зажатой между фронтом Запорожским и Азовским морем. Им приходится протаскивать 500 километров практически под ударами наших дальних средств поражения, включая те же ракеты «Скалп» и «Сторм Шэдоу». То есть из 10 снарядов, выехавших из Ростова до Орехов, вернее, под Орехов доезжает половина, это как минимум их уничтожают еще на подходе. Естественно, невыгодные условия любого вида действий, и наступательных, и оборонительных, в том числе. Это направление остается приоритетным для нас сейчас, и именно по этому направлению будут развиваться наступательные действия. Вот одно это направление, уже видно, что оно выбрано. Остается гипотетически форсирование Днепра. Но опять же, это все будет зависеть от сил средств. Вряд ли у нас сейчас их будет достаточно, чтобы еще одно направление открыть. А, наверное, этот момент уже будет отключаться тоже. То есть вот это Ореховское направление на Токмак, на Мелитополь. Ну, и, скорее всего, восточнее все-таки. Не на сам Токмак, восточнее Мелитополя, больше на Приморск. Оно будет выполнено, и мы будем по нему двигаться, по крайней мере, до весны, до того, пока не зайдут самолеты. А у россиян, естественно, там проблемы. То есть для нас мы туда собрали максимальное количество сил, средств, начнем продавливать дальше фронт, туда будут введены резервы, уже те, которые еще не подошедшие, вот абрамсы до сих пор подходят, туда будут введены резервы, россиянам там очень тяжело обороняться. За наступать я уже молчу, обороняться там очень тяжело, и, скорее всего, до Токмака, до начала дождей мы этот фронт продавим, а дальнейшее движение на Азовское побережье будет продолжаться и в осенне-зимний период. У самому Токмаку вже загарбники закрили адмінустанову, евакуювали звідти свої родини і перейшли до закладів освіти, вивозять школи, училища, технікуми. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров. Це якраз вірний показник того, що ми скоро будемо там. Ну, раз начали школы вывозить, значит, унитазы уже все поворовали и повывезли. То есть это же россияне так работают. Сначала зачищают от ненужного, как они думают, материала города. Там уже ни одного цеха не осталось, ни одного предприятия. Все повывозили. Вот в школы начинают возить последними. Они пока действуют по протоколу безопасности. По большому счету они прогнозируют, что фронт будет подходить к Токмаку. Токмак будет под ударами армейской украинской артиллерии, то есть прифронтовой город, а с прифронтового города вывозятся, опять же, по протоколу безопасности, вывозятся все гражданские заведения, включая и оккупационную власть. Но наоборот у них, как всегда, получается. Сначала оккупационная власть убегает, а потом только школы собираются вывозить. Ну, это как всегда. Прикрываются детьми, называется. Сначала бежим сами, а потом тянем детей, а потом еще и детей к себе заберут, скорее всего, кто-то еще получит ордер на арест за воровство наших детей. То есть они готовятся к подходу фронта к Токмаку, ну а именно к бегству из Токмака, и к этому подвигнет расположение линии фронта как такового. Если мы начнем проходить Токмак, Токмак будет оставаться уже в тылу наших войск, то есть в полуокружении, тогда россияне точно уйдут. Только начнут они бежать не с Токмака, первые начнут бежать они из Энергодара, Запорожской атомной, то есть оттуда начнется бегство россиян с левого берега Каховского водохранилища. А потом уже Токмак будет прикрывать. И не почему сейчас его усиливают, для того, чтобы прикрыть бегство вот как раз с левого берега, с северо-запада Запорожского фронта.
Видання «Нью-Йорк Таймс» написало про те, що росіяни вдалися до нової тактики еластичної оборони. Вони спочатку поступаються позиціями, потім завдають ударів у відповідь нашим хлопцям. Скажіть, будь ласка, і вони говорять, аналітики видання, про те, що ось ця тактика якраз і заважає нашим Збройним силам України просуватися вперед. Це так? Это не тактика в чистом виде, это называется «так получается». Что происходит? Наши войска начинают наступательную какую-то операцию, допустим, атаку. Россияне выбиваются из их расположения, бегут, естественно, бегут на вторую или на линию поддержки. Там их перехватывают заградотряды, надают тумаков, подзатыльников, и отправляют обратно отбивать свои утерянные позиции. Это немножко не тактика в чистом виде, это так слаживается. И потом те россияне, которые убежали с позиций, мы на этих позициях уже находимся, пытаются отбить эти позиции в обратную сторону. А со стороны кажется, какая великая тактика у россиян. Да никакая не видит, это просто называется волшебный пендель, это так у россиян называется. То есть они сначала убежали, потом получают волшебного пенделя, бегут обратно отбивать, потому что вариантов других нет, расстреляют же те, которые их отправили обратно, которые зарядили этим пенделем в обратную сторону. То есть это заградотряды отправляют обратно, ну, может, там добавляют каких-то сил, средств, конечно, обращают внимание, подтягивают авиацию, то есть не все так просто, но это не тактика, не специальная тактика. Это называется «так сложилось у россиян». Романе Георгійовичу, секретар РНБО Олексій Данілов заявив про те, що Україну за кордоном можуть представляти Шмигаль, Стефанчук, Кулеба та Зеленський. Він каже, що решта – це туристи. І він каже, що є група в смугастих купальниках, які їздять на кейси другої, третьої ланки. Так, вони всім вони відомі. І якщо вони будуть перетинати межу дозволеного, то все буде інакше. Скажіть, будь ласка, на кого натякає Данілов? На Порошенка, на інших нардепів? І чому так сталося? Виявляється, що нардепи тоді не можуть представляти Україну. Якщо судити за його логікою, то те саме ж відноситься і до голови Офісу президента Єрмака. Представте собі Порошенка в смугастому купальнику. Да. Есть вопрос с восприятием и этого политика в том числе. Но если реально, то Украину за границами Украины может представлять один человек. Тот, который имеет легитимную, так сказать, власть, переданную голосованием ему народом. Это президент Украины. Один человек может представлять народ Украины, президент, верховный главнокомандующий. Все остальные, которые назвал Данилов, я бы так сказал, это уже второй передел. Допустим, Стефанчук, председатель Верховной Рады, его председателем не народ выбирал. То есть он уже второй передел, его выбрали депутатом, а уже депутаты его выбрали над собой, подставили. То есть это уже не прямое, как минимум, представительство. Премьер-министр – это уже третий передел, потому что он не депутат, он на данный момент выполняет определенные задачи, его выбирает Рада вместе с президентом, то есть узаканивает. Это уже третий передел. Ну а министр иностранных дел, я бы так сказал, это уже четвертый передел, потому что он еще и подчиняется в том числе и премьер-министру. Ну то есть из всех перечисленных единственный человек, который может представлять Украину, это все-таки президент. И потому вот действительно, а здесь вот в остальном однозначно Данилов прав. Кроме президента, все остальное это просто такой щенячий лепет. Все остальные заявления, всех остальных в купальниках они там или в плавках, это не важно. Или в купальниках по понедельникам, по вторникам, в плавках, они там по-разному бывают, подкрашиваются в одну и в другую сторону. Единственный человек, еще раз повторюсь, это президент, верховный главнокомандующий. Тобто інші можуть як їздити, там зустрічатися, проводити якісь там ці зустрічі, але заяви тільки президент. Ну, конечно, остальные ездят просто на шару позавтракать, пообедать и поужинать, и не более того, создают определенный антураж, свиту для президента, не более того. Все остальное не так должно восприниматься. То есть они, понятно, они выполняют определенные свои задачи, но эти задачи, они лежат в плоскости их профессиональных
обязанностей, которые они должны выполнять. А вот представлять, это же Данилов об этом говорит, о представлении Украины, вот так вот представлять, народ Украины доверил всего лишь одному человеку, проголосовав за этого человека. Это функционал президента, функционал верховного главнокомандующего, и он передан только ему. Потому вот то, что говорит Зеленский, это вот можно говорить о том, что это говорит народ Украины. Ну, по крайней мере, пока народ Украины не переизбрал Зеленского или оставил его, допустим. Но пока на данный момент народ Украины выбрал одного человека представлять народ Украины на международном уровне. Это президент Зеленский. Видання Bloomberg пише, що завдяки вторгненню Російської Федерації в Україну Ізраїль значно збільшив експорт зброї. Зокрема, він схвалив запит 61 країни на закупівлю різної зброї, а у 2020 році цей показник склав 42 країни. Які це саме уряд Ізраїлю не розголошує, і відомо, що Ізраїль принципово відмовляється поставляти зброю Україні. І одна серед причин, скажімо так, що ця зброя стане трофеєм і потрапить до рук Ірану, російським трофеєм і потрапить до рук Ірану. Це істинна причина? Ну, ні, звісно. У них перша задача – це гешефт. А їх гешефт на крові для Ізраїля теж не проблема. Тобто вони пользуються цією нашою бідою, нашою війною. Як, в принципі, і всі остальні, більшість країн, вони також также поторгуют и также выполняют эти задачи. Надо просто правильно это воспринимать. Это так принято в мире, то есть вот этим гешефтом пополнять свои закрома. Плохо, что они нам не продают. Мы же первые вроде да как должны быть в очереди. Вот те страны, которые тоже пользуются такими делами, продавая оружие, но они нам продают, наши партнеры нам первым продают оружие или поставляют оружие. Мы это видим по Европе, по Америке, по странам даже Дальнего Востока. То есть везде это так разворачивают. Понимают, что нам это нужнее и важнее. Израиль по-другому работает. Они производят вооружение и продают его на сторону, то есть другим странам, не продавая его нам из-за разных причин, одна из которых это соглашение с Российской империей. Соглашение, скорее всего, прямое, вот несколько раз это появлялось в информационной плоскости, то есть израильтяне обещают россиянам не передавать нам или мешать передаче нам вооружений, а россияне не передают некоторые технологии иранцам. И вот эта завязка, в конце концов, останавливает некоторые даже вооружения, те, которые могли бы нам передать наши партнеры, но из-за того, что там потоптались в израильские компании в производстве или какой-то модернизации вооружений, мы их просто не получаем, израильтяне это останавливают. Ну, для Израиля, скорее всего, такая гешефт на крови, он уже как-то вошел в Израиль, еще раз повторюсь, тут очень важно, я имею в виду сейчас Израиль как государство, как правительство Израиля. Именно это вот Нетаньяху сейчас, правительство Нетаньяху так себя ведет. Там очень много этих политиканов, которые завязаны на российских израильтян, или еще как их называют, российская улица, там русская улица. И вот эта вся верхушка, вся эта израильская мешпуха верхняя, она не дает, так сказать, не дает возможности с нами сотрудничать даже нашим партнерам по некоторым позициям, не говоря уже о самом Израиле. Потому есть вопросы к правительству Израиля, и я думаю, они просто так не останутся. То есть после нашей победы эти все вопросы не только к Израилю, хватает и к Ирану, и к Северной Корее, и к Китаю, не говоря уже россиянах, а сейчас уже, может быть, и к венграм, опять к правительству Венгрии, и к правительству Словакии, вот у словаков там кого-то не того выбрали. То есть эти все вопросы, они однозначно останутся. Мы потеряли сотни тысяч жизней украинцев, сотни тысяч, это еще не предел, еще нам воевать как минимум год с этой Россией. Потому Израиль зарабатывает на крови, Израиль пополняет свои запасы денежные, производя эту военную технику. Ну, мы это запомним, однозначно запомним. И там ту зарубку, которую надо нанести, так сказать, на той доске, уже, на которой уже нанесены зарубки по вот таким правительствам,
мы там точно поставим по Ізраїлю в тому числі. Романе Григоровичу, традиційно на завершення три блиц-запитання підготувала для вас. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, чи доведеться російській владі оголосити евакуацію прикордонних районах із України? Да, однозначно. Будут они это делать, так как боевое напряжение будет постоянно нарастать, и в конце концов оно придет к госгранице Украины с Россией, и россиянам придется включать механизмы эвакуационные, так как граница будет полем боя, как минимум эвакуацию с прифронтовых районов надо будет включать. Оптимально, конечно, для нас на будущее, если рассчитывать, чтобы у нас фронт, не то что фронт, а видимость этой эвакуации для россиян была где-то до Урала. То есть мы должны наладить производство дальних средств поражения, чтобы они могли доставать до Урала и все военные объекты, которые на этой европейской территории России, уничтожать. Потому что если мы не уничтожим военные объекты на европейской территории России, они будут как-то кошмарить Украину и дальше. И вот надо сейчас ставить задачу, не то что ставить, она уже и так понятна, то производство дальних средств поражения, ракет беспилотников на дальность 2-2500 километров. Американцы вряд ли нам передадут томагавки, хотя можно попросить, можно попробовать, по крайней мере. Томагавки бы решили вопрос, их сотни, тысячи штук есть, и в принципе мы бы решили вопрос уничтожения военных объектов до Урала. Они как раз до Урала с нашей территории доставят. И в продолжение цієї теми, Романе Григоровичу, чи має бути створена державна стратегія безпеки у прикордонних регіонах з окупантом, з країною-окупантом? Ну, с этого надо стратегию начинать уже сейчас, потому что лет 10 нам еще удерживать в горячем таком военном положении линию госграницы Украины, России. Даже выйдем на госграницу, нам надо будет ее удерживать. Вот как раз то, что я и говорил. И вот в эту стратегию, как раз в этой стратегии должна быть как парадигма уничтожения военных объектов до Урала, на всей европейской части російської території или постросійських государств. Яценюк будував стіну на кордоні з Російською Федерацією. Альтернатива є? Однозначно, в мінні поля, ну, от це цілий комплекс мероприятий, які должны быть проведены. Вот сейчас они проводятся, допустим, по северу України, между Україною і Білоруссю, по некоторым участкам. Они были проведены в районе Донбасса, вот это та линия обороны, которая отстроена была за 8 лет, там 400 километров. Вот такая же линия обороны должна быть где-то около 1000 километров вдоль госграницы Украины и России или построссийских республик или государственных образований. И она лет на 100 должна поддерживаться в таком чуть ли не автоматическом режиме. То есть отрыть фортификационные сооружения, проминироваться, выполнить такую серьезную задачу, чтобы не то, что там россиянин, заяц-русак пробежал в нашу сторону, чтобы даже мышь-полевка с фамилией какой-нибудь Иванов, она сюда не заскочила. То есть вот до такой степени, и тем более ни один комар с болот российских к нам не залетел. То есть нам надо еще и такие в системы безопасности настраивать, чтобы они не только беспилотники шахеды сшибали, а еще и российских комаров видели и уничтожали. Вот в таком режиме где-то лет на 100 надо будет выполнять эту задачу отсечения от России, от Российской империи, от построссийских стран. Надо в такой железобетонный занавес вводить, чтобы лет 100 мы о них просто не слышали, чтобы эта рана, которую нанесли россияне украинцам, она заросла, родились новые поколения, которые эту рану уже не видели, умерли все, которые эту рану у себя зашили или как-то залечили, прожили жизнь там столетнюю, ушли в мир иной, и только после этого надо будет посмотреть за эту стену железобетонную, посмотреть, а сколько там пауков в этой банке осталось, и можно ли с ними дальше проводить какие-то задачи. Можно туда Яценюка сразу перебросить. Вот перед постройкой стены туда забросить Яценюка и отстроиться. И всех туда забросить, тех, которые тащат к нам сюда хороших русских.
от любого украинца или, или любого, кого бы то ни было с паспортом Украины, которые в Украину тащат хороших русских, хороших россиян, не русских, а россиян, немножко неправильно сказал, русских у нас хватает, проблема не в русских, а проблема в россиянах. Так вот, хороших россиян, тех, кто тащит украинцев, их надо тоже за этот паркан туда. Они хотят с хорошими россиянами общаться. Пожалуйста, вот отстроили фронт и кинуть туда их. Можно с катапульта туда их забрасывать, а там пусть приземляются и общаются до второго пришествия. Вот лет 100, если проживут, общаются, потом посмотрим, что с ними станет лет через 100. Раньше даже просто неинтересно. Вот так правильно, грамотно надо отсечь эту заразу, російську заразу від Європи. Роман Григорович, щиро дякую за детальний аналіз, за цікаві відповіді, за ваш гумор. Дуже дякую вам. Друзі, я також дякую за увагу і вам. Підписуйтесь, будь ласка, на Фабрику Новин, ставте нам лайки, пишіть в коментарях, кого б ви хотіли бачити в наших ефірах. Також я нагадаю, у вас є можливість підтримати Фабрику Новин та стати нашим спонсором. Це можна зробити на нашій YouTube-платформі, але в першу чергу підтримуємо Збройні Сили України. Ще раз всім дякую за увагу, всього найкращого, до наступних зустрічей. Романа Григоровича, до завтра. Дякую вам. До свидания.